Здравствуйте, ребята. Начался у нас винодельческий сезон. Вчера мы сделали вино с винограда Изабелла, там на другом канале. Кому интересно, можете перейти посмотреть. Канал называется «Продача». А сегодня я хочу начать делать вино из белого винограда. Вот. И как, что, в общем, пойдем сейчас нарезать, собирать белый виноград для вина. Это вот у нас один куст такого винограда, поэтому получается вина с него не очень много, но все равно надо будет сделать. Вот видите, какие гроздочки средних размеров, ягодка уже созрела, очень сладкая, ну, поэтому мы сейчас и будем собирать или срезать этот виноград для того, чтобы его подавить на мезгу. Это все с одного куста. Сейчас буду давить. Теперь собранный виноград надо передавить. Давлю я обыкновенно руками. Вот, у меня ничего, каких приспособлений нет. Беру вот просто гроздочку так вот и руками придавлю, разминаю, вот, чтобы с нее как можно больше получилось сока и больше ягод были раздавлены. Вот так вот. Ну, если ягодки бывают такие, что где-то не раздавлю, они в процессе брожения мезги внутри забродят и потом будут мягкие. Я их, когда будут мезга бродить, я их потом пораздавливаю. Вот так вот, видите, беру. Вот и все. Вот это так я измельчаю, или как я давлю виноград на мезгу. Вот это вот сахар, песок. Здесь 1 кг. Значит, виноград я подавил, вот столько получилось. Ну, тут еще немножечко. Примерно около 10 литров. Это мезги получилось. Около 10 литров. Значит, сейчас я возьму, ну, где-то, вот, чуть меньше полпачки сахара вот сюда. Полкилограмма. Теперь здесь вот у меня обыкновенная вода, только подогретая, теплая. Беру 1 литр. Ну, немножко меньше. 900 грамм. И сюда вот выливаю. Где сахар? Теперь это все перемешаю, чтобы сахар растворился. Воду я добавляю, это, ну, сахар добавляю для того, чтобы было вино покрепче. Ну, сахар, мезга сладкая, но все равно сахар не мешает добавить. Вот. А водички для того, чтобы раскислить, я заметил, что если немножко воды добавляешь в мезгу, она лучше и быстрее бродит. Ну, и теперь вот это все сюда выливаю. Можно вот это чуть-чуть взять, так вот сюда водички, так чуть-чуть-чуть-чуть это все сполоснуть. Вот вот. И сюда. Вот. И теперь я это все перемешиваю вместе. Там вода немножко есть, сахара немножко. Это все хорошо я сейчас перемешиваю, чтобы оно было одинаково везде. Консистенция. Да, консистенция была одинаковая. Вот это вот и все сейчас. Сахар растворился, водички я добавил. Вот. И теперь вот это вот все. Сейчас я поставлю на первое брожение. Это так называемая мезга. Мезга — это первое брожение. Сейчас понесу туда, в веранду поставлю. Накрою сюда какой-нибудь тряпочкой. На улице и в веранде тепло, так что вполне достаточно будет тепла, чтобы оно заиграло. Значит, что я хочу сказать. Кому интересно, значит, смотрите продолжение про это, потому что еще буду сахар и воду еще буду добавлять. А как и почему я буду добавлять? Кому интересно, оставайтесь. Кто не подписанный, подписывайтесь на этот канал. Также у нас есть параллельный канал, называется «Продача».
там тоже я уже вчера сделал вино и винограда забыла, оно уже начинает там бродить, так что, ребята, подписывайтесь на этот канал, кому как. А так благодарю всех вас за внимание, до свидания.